футбольном арене Химки сегодня царит настоящий спортивный праздник. Множество людей пришли поддержать футбольный клуб Химки в заключительном матче российской премьер-лиги. Сыграют с командой Сочи. Причем поддержать команду и насладиться матчем сегодня сможет любой желающий. Вход на матч сделали бесплатным. Предстоящая игра собрала 5500 химчан. На площадке перед стадионом болельщики всех возрастов и с разным фанатским стажем. Я сегодня болею за Химки. Почему? Потому что Химки чемпион! Наш город, наша команда. Сегодня я ни за кого не болею, просто пришел посмотреть матч, потому что он бесплатный. 50 на 50. Вот, группа поддержки есть. Есть куда стремиться. Вот, 8 место и так уже очень отлично для нас. Мы верим. Перед началом матча зрителей развлекали чирлидеры. Разыгрывали билеты на крупные турниры. Также каждый желающий мог сфотографироваться с футболистами Химок и взять у них автограф. После болельщики заполнили стадион. А в это время в фанатском секторе собрались самые преданные поклонники Химок. Вместе с болельщиками футбольный клуб поддерживал и глава округа. Дмитрий Волошин пришел на трибуну к фанатам и активно болел за Химки. Это последний матч сейчас в этом сезоне. Поэтому мы решили, чтобы все могли, кто имеет желание, сегодня посетить наш футбол. Я периодически прихожу всегда на трибуну к фанатам, но мне здесь интересно, честно говоря. В этом сезоне Химки доказали, что бьются только за победу. Поэтому я надеюсь, конечно, что мы победим. Столько болельщиков пришло, прекрасный день и прекрасное настроение, надо поддержать это. К началу второго тайма счет по-прежнему 0-0. Однако футбольному клубу Химки все же удалось организовать несколько опасных моментов у ворот Сочи. Посмотрим, чем закончится второй тайм и удастся ли Химкам победить. Я думаю вообще, что забьют Химки в первом тайме, но не вышло. Будем надеяться, что во втором забьют. Только Химки, только победа! Как вы считаете, Химки смогут вырваться вперед во втором? Верим в победу, верим в команду. У нас Спартак хорошо сыграл, Илья Вандратов. Нападение хорошо сыграл, вот. Но в защите надо дорабатывать, конечно. Супер. А это у тебя автограф чей-то? Да, это давал Долгов и Кирилл Баженов. Игроки Химок тоже. Несмотря на все усилия соперника, забить гол в ворота химчан Сочи так и не удалось. Матч закончился в ничью. Химки закончили сезон на 8-м месте турнирной таблицы, пропустив вперед лишь самые звездные клубы премьер-лиги. Сейчас команда уходит в отпуск, чтобы потом продолжить борьбу за лидирующие позиции в следующем сезоне турнира. Ксения Брагина, Николай Забродин, новости Химки ТВ.